Доброе утро. Доброе утро. Краснодар, шалом. Очень сегодня хотела сделать прямой эфир на улице, чтобы показать вам, какая замечательная погода, и чтобы наконец-то было хорошее освещение, но я не учла, что будет такой сильный ветер. Поэтому, если что-то улетит куда-то, прошу заранее прощения. Доброе утро. Рада всех вас видеть. А где Пентусевич? Да. Изначально прошу прощения, что сегодня не господин Пентусевич, он занят. Вы должны были получить объявление о том, что сегодня вместо него буду я. Простите большое, надеюсь, что вас этот сюрприз не очень расстроит. Ицхака не будет, к сожалению, он обязательно выйдет в эфир немножко позже, когда освободится. Но мы не хотели, чтобы это время изучения Торы пропало. Поэтому с Божьей помощью я бы хотела с вами сегодня провести не длинный, небольшой урок про нашу недельную главу, опять же, актуалии, которые будут важны нам. Как только мы их услышим, дальше мы сможем их реализовывать, потому что недельная глава учится именно для того, чтобы каждую неделю брать на себя что-то новое и с этим идти дальше по жизни. Доброго ранку! Шалом! Слава Богу! Вчера я уже давала этот урок, но, к сожалению, были проблемы с интернетом, и поэтому никто из вас не смотрел. Сейчас получили объявление, слава Богу. Слава Богу, сейчас вас уже 45 человек, и я очень рада, что Ецер ара меня в этот раз не остановит. А если останавливает, значит, мы делаем что-то правильное. Итак, мы с вами начинаем. Недельная глава Хаей Сара. К сожалению, я не знаю, что вы уже учили по этой недельной главе, но я очень надеюсь, что что-то новое таки для вас будет. Итак, была одна замечательная бабушка, которая постоянно помогала своим детям с внуком. Она забирала его с садика, кормила, они шли в парк на море гулять. И вот в один день она пошла с ним на море. И на секунду она отвлеклась, и мальчика забрала за собой волна прямо в море. Она подняла глаза к небу и сказала: «Всевышний, это Тора, и это награда за нее. Именно в мою смену мой любимый внук вот так вот погибает. Прошу тебя, сделай скорее чудо». Всевышний услышал ее молитву, и волна выкинула здорового, невредимого мальчика назад. Она поднимает назад глаза к небу и говорит: «Всевышний, ну, за чудо спасибо, а панамочку верни». Мы все знаем, что еврейская мама – это уже такое интернациональное понятие, совершенно не связанное с национальностью. Когда хотят сказать, что мама очень оберегает своего ребенка, очень заботится о нем, какое-то гипотрофированное чувство заботы, мы всегда говорим: еврейская мама. Так вот, в нашей недельной главе рассказывается про первую нашу такую еврейскую маму. Вообще, в Торе у нас есть 5 глав, которые названы в честь людей, и только одна из них названа в честь женщины. И этот вопрос для нашего времени очень актуален, потому что раньше женщина не выходила из своего шатра, была скромна и не выходила на работу, занималась только хозяйством. В наше время мы знаем, что многие женщины вышли из тени, они имеют бизнес, у них есть хобби, они продвигают Тору, они занимаются привлечением парносы в свою семью, и иногда, и даже часто, женщина преуспевает в этом намного лучше, чем мужчина. Так вот, неужели наша Тора устарела, когда говорит о том, что женщина должна быть внутри дома? Неужели, если бы Тора была написана сейчас, что-то бы в ней изменилось, и уже было бы какое-то равноправие, которого нам сейчас так не хватает? Эта недельная глава приходит нам рассказать на самом деле о роли женщины в нашем современном мире, потому что Тора – это не история о том, что было тогда, а история, что мы делаем сейчас. Мужчины, пожалуйста, не разочаровывайтесь, потому что как только вы узнаете, какая роль женщины в этом мире, вы тоже сможете этим отлично пользоваться. Итак,
Помните, мы с вами на прошлом уроке говорили, что есть такой тип людей, которые ездят, собирают деньги за границу. И для свадьбы, для каких-то дел их водят по этим домам. Так вот, один этот Шнерор, так его называют, стучал по домам бизнесменов, чтобы они давали ему деньги на предстоящую свадьбу. И вот подходит он к одному адресу и слышит: всем шалом, рада вас видеть. Вау, у вас минус 30, у нас плюс 30. Слава Богу. Я с вами делюсь солнцем и теплом. Итак, он слышит, что в этом доме кто-то сильно ссорится. Долго он стучит, но из-за ссоры криков никто не отвечает. Он засовывает голову в прощелину и говорит: извините, извините, а кто здесь хозяин? Именно об этом мы сейчас и ссоримся, доносится ему голос изнутри. Кто хозяин дома? Кто? Тот, кто зарабатывает, или тот, кто сидит с детьми? А если у женщины есть замечательная профессия, а муж зарабатывает намного меньше, может ли он по Торе сидеть с детьми, а женщина будет исполнять мужские обязанности? Устарела ли наша замечательная Тора, или она хочет нам расставить приоритеты в жизни и рассказать, что важно, а остальное, пожалуйста, помните, как в баночку кидают сначала большие камни, потом поменьше, поменьше. Вот большие камни мы сегодня заложим в нашу жизнь, а маленькие камни вы уже сами решите, как вы их будете закладывать, в каком порядке и какие приоритеты. Шалом, йом тов! Все думают, что меня выгнали из офиса, и сейчас работу я провожу здесь. Ну, в принципе, почти так оно и происходит. Окей, самый актуальный вопрос мы с вами задали. Как построить нормальную, адекватную семью в наше время, когда женщина несет большой вклад в семью, в общество и остальное. «Жизнь Сары» — так называется наша недельная глава. Вопрос самый первый, который задают все, неважно с каким уровнем знаний: какая же тут жизнь Сары, если с первых строк написано, что Сара умерла? Мне кажется, что это даже было каким-то изощрением назвать нашу недельную главу так. В идеале, если бы каждый из нас называл эту недельную главу после прочтения содержания, он бы сказал «Ахарей мод Сара» – «После смерти Сары». И дальше все события, которые происходили. Назвать же главу «Жизнь Сары» в момент, когда она умирает, кажется немножко издевательством. Тем более, когда мы начинаем с вами дальше читать нашу недельную главу, мы видим, что она вся наполнена совершенно другими событиями. Первое – это смерть Сары. Потом, как Ицхак ищет жену. Потом свадьба у нас замечательная. Потом говорится про то, что Ривка, новая жена Ицхака, она зашла в дом, и все благословения, находившиеся в доме при Саре, были вновь восстановлены. Другими словами: Сара, спасибо большое, с тобой было хорошо, тебе мы нашли замену. Следующее. Авраам и его новая жена. И 6 новых деток. Так заканчивается наша недельная глава. Что может быть унизительнее рассказывать в жизни Сары про то, что не она выдавала, женила своего любимого сына, про то, что у ее любимого и единственного мужа появилась новая любовь? Нава, моя любимая сестра. Самая-самая-самая лучшая. Люблю. И появились новые дети. Но, к сожалению, на первый взгляд нам кажется, что антитеза нашему названию все содержание недельной главы. И очень хотелось бы с вами разобраться, что там происходит на самом деле. А разбираемся мы с вами посредством... Шалом, Евгений! Посредством Сихи Ребе, которая открыла мне тайну на этот вопрос, который мучил меня давно. С вами я бы очень хотела поделиться вот этим вот всем внутренностью Сихи Раби. Мне кажется, что это самое невероятное, что можно учить, потому что она задает те вопросы, которые мы не могли себе задать, и отвечает так, как мы не могли бы ответить. Поэтому мы с вами начинаем официальную часть. Мы с вами на прошлом уроке говорили про испытания, и мы понимаем, что нету правильного времени для испытания, нету правильного времени для трагедии. Мы никогда, никогда не готовы к тому, что сейчас на нас что-то свалится. Но то, что случилось с Авраамом, это было самое неподходящее время, которое только могло быть.
Авраам только что получил доказательство того, что все благословения, данные Всевышним, наконец-то сбудутся после такого огромного периода времени. Мы говорили, что последнее испытание Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака, оно было кардинально другим, потому что если бы он довел это испытание до конца, все бы стерлось, ничего бы не было, все бы, что он прожил до этого, равнялось бы нулю, потому что Всевышний пообещал, что именно от Ицхака произойдет новое поколение. Но если бы он убил Ицхака, вряд ли у него родился бы второй сын, и он бы его также назвал Ицхак. Поэтому после того, как Всевышний его остановил и дал жизнь его сыну, он возвращался домой под руку с Ицхаком, и у него в голове были написаны в Раше «Халумочель Ав», мечты нормального отца. Он думал так: слава Богу, Ицхак у меня, от него произойдет еврейский народ, значит, для этого мне надо его сейчас женить. Где же искать мне невесту? Ах, прошлая недельная глава у нас заканчивается тем, что родилась Ривка. Может быть, туда идти искать жену на моему Ицхаку? А как вы думаете, какой цвет пригласительных на свадьбу захочет моя Сарочка? Ой, сколько гостей пригласить, всех ли звать, и рыбу, мясо, или можно только молочным брекосами отделаться. Все эти мысли сопровождали его по дороге, пока он не получил СМС. Не знаю, каким образом это произошло, но видно из прямого текста Торы, что новость о том, что его жена умерла, он получил посреди дороги. И жизнь оборвалась. Казалось бы, ну что могло уже произойти после стольких испытаний? Почему нельзя оставить его в покое? Почему нельзя понять наконец-то, что он преданный раб своему слуге, своему господину, и наконец-то дать ему положенное благословение? Смерть Сары была для него безумно тяжела. Когда он приходит домой, Тора нам рассказывает, что он делает в первую очередь. Оплакивает и говорит ей некролог. Как оплакивать мертвого? Или мы знаем, или желаю каждому из вас не знать, но, по крайней мере, мы понимаем, как это происходит. Что такое некролог? Первый в истории, между прочим. Если вы хотите его почитать, пожалуйста, я могу с вами его разобрать когда-то на отдельном уроке, потому что это невероятная песня. Но каждый после урока, если вам не сложно, загляните в русский перевод песни «Эшет Хайль», которую мы поем с вами, мужчины поют нам в шаббат. Кстати, я недавно узнала, что в сефардских общинах принято на поминке женщин петь тоже эту песню. Наверное, из истории того, что это первый некролог, написанный женщиной. Он признается в ней в любви, он выплакивает все свое сердце. И дальше второй шаг, который он предпринимает, он ищет место, где ее захоронить. Мы все с вами знаем, что он хоронит ее в пещере Махпела. Но не все знают, откуда он вообще узнал о том, что там были похоронены Адам и Хава. А это случилось так, в прошлой недельной главе, когда мы с вами знаем, что пришли к нему три ангела. Один из них, мы с вами говорили, что пришел сообщить о том, что с дома Амора будут уничтожены, и Лота надо спасти. Авраам так обрадовался приходу гостей, не зная, что это ангелы, что побежал сам быстро на кухню, чтобы зарезать трех быков и приготовить им невероятное блюдо – язык быка под горчицей, говорят наши мудрецы. Ну, в принципе, я бы и сейчас не отказалась, особенно если бы я это получила от рук самого Авраама. Итак, двух быков он поймал, а третий бык убежал. И вместо того, чтобы взять нового, Авраам сам отправился за ним бежать. Он бежал очень долго, после обрезания по аномальной жаре, и догнал его спрятавшимся в пещере. Когда он зашел в эту пещеру, он понял, что эта пещера что-то особенное, не зря его Всевышний сюда привел, потому что отчетливо было понятно, что запах, который был в этой пещере, это был запах Ган-Эдена, рая. И он понял, что именно в этой пещере похоронены Адам и Хава. И тогда он себе за его хесед, который он сделал с животным, понял, что это подарок, и что он обязательно похоронит Сару в этом месте. Наверное, он тогда уже знал, что Сара уйдет из мира первая. Но не в этом дело. Он покупает это место по максимальной стоимости. Конечно, да,
бык побежал в пещеру. Все правильно, Зират. Спасибо. Конечно, если бы хозяин этого места знал, что за место он продает, никаких бы денег в мире, наверное, не хватило. Но тогда он хотел подарить это место, потому что для него было большим сход благодетелью сказать: Авраам, давай, мы с тобой сделаем бизнесы, вот бери эту часть бесплатно, а когда мне понадобится от тебя помощь, ты мне также поможешь. Нет, для моей Сары я куплю это за полную стоимость, и кроме того, что он заплатил ему всю стоимость, он тоже ему оплатил налоги. В общем, он получил больше, чем даже мог себе представить. Тем самым он закоренил за нами эту землю. Кстати, Мидраш рассказывает, что есть три места в мире, в Израиле, которые были куплены за полную стоимость для того, чтобы будущие поколения не было про эти места. О, у нас тут сейчас будут, смотрите, что нам мешает уроку. Хотят нам сделать чисто, но мне пока надо только тихо. Вы меня слышите? Слышите? Непреднамеренная ситуация. Окей, мы с вами тогда продолжаем. Вы видите, как Ецер ара нам мешает? Просто это его голос, но мы продолжаем. Окей, у нас есть три места. Да, тепло, слышно, слава Богу. У нас есть три места, за которые мы заплатили для того, чтобы в наше поколение не возникало спора. И, конечно, вы знаете, что именно эти три места сейчас вызывают самые большие споры и войны. Место Храмовой горы, там, где сейчас стоит, к сожалению, не наш храм, и он будет стоять вскоре, амен. Второе – это Хеврон, третье – это пещера Махпела. Эти три места были куплены, и, к сожалению, да-да-да, спасибо большое, он уже уезжает. Не устоим перед Ецер ара, то есть наоборот, не пойдем перед ним. Окей, дальше наша недельная голова рассказывает про деловые отношения, как Авраам добивался и вел свои переговоры для того, чтобы выкупить эту землю. Очень долго мы можем говорить о том, как делать это правильно. Второе – это свадьба и жизнь Ицхака. Третье – это его новая жена Ктура и новые родившиеся дети. И опять мы с вами спрашиваем наш вопрос, который, как у женщин, болит сильно. Где тут жизнь Сары? Как связан заголовок с Тоханом, с содержанием нашей недельной главы? Для того, чтобы нам было легче понять, я бы хотела вам рассказать небольшую историю, естественно, которая произошла на самом деле. Нам не надо искать и выдумывать чудеса, потому что обернуться вокруг, и наши мудрецы-праведники показывают нам при своей жизни такие чудеса, которые в сказках не виданы, в песнях не слышны. Итак, была одна госпожа Швейна. К сожалению, не помню ее имени. Она жила в России, когда началась война, она вынуждена была уехать, потому что она осталась без мужа и без своего папы, с тремя детьми на руках, один из которых был на год больше бар-мицвы, двое были до бар-мицвы. Она села на поезд и поехала. Поехала она очень далеко на поезде, пока не приехала в Бухару и вышла в очень заброшенной деревне. Там она понимала, что им ничего не угрожает, а она с тремя детьми решила остаться там на неопределенный срок времени. Она устроилась на работу, на очень тяжелую работу. Она понимала, что ей надо самой кормить сейчас троих детей. Но больше всего ее волновал другой вопрос. То, что она накормит их и оденет, с Божьей помощью она сможет. Но как она вырастет из них достойных евреев? Ведь в этом городе нету ни одного еврея, они даже не видят их. Не говоря уже про миньян, молитву и всевозможные обряды, которые надо делать, глядя на остальных, чтобы был пример мужской у этих сыновей. И она начала молиться Всевышнему для того, чтобы он послал ей возможность спасти еврейскую душу своих детей. Душу, извините, еврейских детей. И вот один раз по дороге на работу она идет и не верит своим глазам. Она их трет, протирает и понимает, что или она ошиблась, или это глюк, или это чудо. Потому что ей навстречу идет раввин. Хасид с длинной бородой. По глазам видно, что это хасидский
хабадский раввин. Она подбегает к нему и говорит: какое это чудо, что ты здесь делаешь? Я хасид 5-го Любавичского рэба, ответил он. Кстати, не зря я им провела эту историю, потому что сегодня день рождения 5-го Любавичского рэба. Пусть его заслуги оберегают нас всю жизнь, нас и наших детей. А мы продолжаем. Прошу тебя, не зря ты здесь оказался. Возьми моего старшего сына Шолом Бера и увези его в Ешиву. Хорошо, я тебя понимаю. Мальчику 13 лет, ему нужна Ешива, я его отвезу в Самарканд. Там есть подпольная Ешива с очень-очень известными мудрецами, которые обучают Торе. И она отправилась со слезами на глазах своего сына, но в сердце понимая, что она делает правильно. И вот через 2 месяца она вновь встречает этого мужчину. Она подбегает к нему и говорит: расскажи, как там мой Шолом, расскажи, я так по нему скучаю. Он говорит: ты не представляешь, какого мальчика ты дала в Ешиву, какие у него познания, какая глубина его души, он вырастет большим хасидом. Пожалуйста, взмолилась она, возьми моего сына Айзека, 11 лет, у него скоро бар-мицва, пожалуйста, ему надо изучать Тору, он здесь не видит евреев. Нет, ты что, он до бар-мицвы, у меня нет законных документов, у него нет, да если его найдут, нас обоих накажут. Ну, еврейская мама, о которой мы с вами начали говорить, она никогда не уступает с тем, что связано с еврейским образованием. Она узнает в гостинице, где жил этот хасид, когда у него день выселения, и ведет своего Айзека на вокзал. Она договаривается с ним, что как только поезд продудит 3-й раз, она заталкивает его в вагон, он прибегает к этому хасиду, ему ничего не останется делать, как взять его и отвезти в ту же ешиву. Айзек согласился, и они так и сделали. Ту-ту-ту, прожужжал поезд, и она вкинула своего Айзека и убежала. И опять она понимала, что она сделала правильно. Но что же сделать с 3-м сыном? Янкале, любимый Янкале, ему 9 лет. И в таком возрасте все дети впитывают то, что происходит вокруг. Как же уберечь его? Она не поверила своим глазам, когда через 1,5 года она встретила опять этого хасида на улице. Но он, завидев ее и зная, что в доме находится 9-летний мальчик, побежал совершенно в другую сторону, куда глаза глядят, для того, чтобы не попасться вновь на ее уловки. Но она даже не пыталась за ним бежать. Она сделала тот же самый трик. Она договорилась со своим любимым Янкале. Она поставила его на поезд. Но когда 2-й раз прозвенели гудки, он вцепился в нее и не хотел отпускать. Он начал плакать и кричать: «Мамы, мамы!» И она ему пообещала: «Едь, пожалуйста! Через несколько недель я приеду тебя навестить. Не бойся, я тебя никогда не оставлю». Он успокоился, вскочил в поезд и уехал. А она осталась стоять на перроне в шоке от того, что она сказала. У нее не было денег, у нее не было документов, и она сейчас пообещала сыну то, что она не может исполнить. Но сказано в нашей Святой Торе, что «Эйн давар шеомед мипней рацон» – нету вещи, которая стоит перед желанием. Поэтому она, да, за несколько недель сделала документы, насобирала денег, а этим поездом отправилась навестить своих сыновей. И когда она приехала на вокзал в Самарканд, она поняла, что она сделала, наверное, большую ошибку. Ведь она в жизни не найдет подпольную ешиву. И у кого она вообще на улице спросит, кто такие евреи, где они находятся, где они молятся? Ведь тем самым она может подставить всю ешиву себя и особенно своих мальчиков. Она села на вокзале и заплакала. И вдруг она слышит крики за спиной. «Мамы, мамы, мамы!» Она оборачивается и видит, что это ее любимый Янкале. «Как ты знал, что я буду здесь?» «Ну как, мама?» – сказал он. «Ты же обещала, что ты приедешь. С того момента каждый день после урока в ешиве я ходил на вокзал встречать тебя, зная, что ты не обманешь». Мы все с вами чувствуем, какая на самом деле наша особенности, наши задачи в этом мире. Какими бы продвинутыми бизнес-вумен мы не были, какие бы хобби у нас не были, и как бы мы не заслужили уважения вне дома, нас всегда ведет внутрь, потому что мы с вами понимаем, что никто лучше нас не накормит наших детей, не обучит наших детей, не пригладит наших детей. Никакая няня не способна сделать
то, что в тишине и спокойствии сделает мама. И мы все с вами давно в жизни расставили приоритеты, но только иногда в погоне за деньгами и за проносой, никого не осуждая, естественно, мы немножко забываем о том, где главные вещи, а где второстепенные. Помните, мы с вами на прошлом уроке говорили про женщину, которая для того, чтобы ее сын не нарушил шаббат перед школой, окунула его в прорубь? Эта история тоже о силе женщины, которая проявляется, когда связано что-то с ее детьми и с их будущим. Красной нитью в жизни всех матерей у нас проходит обучение и воспитание детей, потому что, по словам Рэбе, Всевышний этими историями хочет показать, что большой подарок, который Всевышний вручил женщине, это ключи от еврейского народа. Только от нас зависит, что мы с этими ключами сделаем. Воспитаем ли мы достойных еврейских детей, гордящихся тем, что они евреи? Или воспитаем тех, кто будет всегда этого стыдиться и пытаться убежать и краснеть от слова «еврей»? Наши праматери на собственном примере показывают, как правильно это сделать. Мы с вами продолжаем. Я очень хочу останавливаться, потому что, мне кажется, мы говорим с вами очень нужные и важные вещи. Расставить рамки в нашей жизни. Тем более, это Тора, это не я. Я всего лишь еще раз для себя повторяю этот урок. И благодаря вам, вау, 202 человека. Безумно счастлива. Благодаря вам у меня есть такая возможность. У Авраама все по-другому. Вообще у мужчин все по-другому. Вы же знаете, что если мужчину попросить помыть посуду, помыть полы или покупать детей, он это сделает обязательно, но потом он долго будет говорить: «А вот ты помнишь, как я тогда? Вот я же выношу каждый день мусор. Все, все остальное, как бы, ты ж мама, ты лучше знаешь». У мужчин ощущение, что когда болеет ребенок, мама точно знает, какие лекарства ему нужны. Или когда ребенок плачет, мама точно знает, как его успокоить. Не знает. Правда не знает. Но внутри нас что-то заложено, что мы методом пробы и ошибок находим все-таки правильный путь к сердцу нашего ребенка. Так вот, Авраама совсем было все по-другому. Он любил двух своих сыновей одинаково, несмотря на то, что нам не ясна такая ситуация. Ведь понятно, что один сын был очень сложный, от нелюбимой жены, с ужасным воспитанием. И несмотря на это, когда Всевышний ему говорит взять на акиду, на жертвоприношение сына своего, единственного и любимого, Авраам округляет глаза и как-то на иврите «бесиет тмимут» во всем своем чистоте помыслов говорит: «Какого?» «Ну как какого?» Авраам говорит: «Оба сына, оба единственные от двух жен и оба любимые, какого взять?» То есть вполне вероятно, что Авраам мог даже не спрашивать, взять Ишмаэля, и дай Бог, он бы его там убил, и остался бы один Ицхак. Но Авраам ему сказал: «Возьми Ицхака! Как тебе непонятно, в какого сына надо вкладывать, какой сын принесет тебе благословение и исполнение обещаний, которые я тебе давал?» Аврааму это было непонятно. Мужчина, он выходит из дома для того, чтобы собирать оттуда всех и приближать их. Он распыляется на весь мир. Кстати, если мы с вами уже затронули тему, что Авраам женился в третий раз, написано, что третью его жену звали Ктура. По Раше Ктура это было второе имя его первой жены Агары. Например, арабы с желанием в это верят, что первая и последняя жена Авраама все-таки была их праматерью. Но другие мудрецы не согласны. И они говорят, что было по-другому. Авраам, ему было обещано Всевышним, и тоже его имя об этом говорили. Авхамон Гоим, отец многих народов, что его дети будут рассыпаны по всему миру. И поэтому нам говорят, что Сара была потомок Шема, Шем Хам Ефет, помните? Агара была потомок Шехама, и Ктура была потомком Ефета. Тем самым Авраам завоевал весь земной шар. Попробуйте каждый сделать генетическую проверку и понять, что даже у Ивана Ивановича Иванова есть такие еврейские корни. Так и да. Авраам должен был думать о всех, потому что у него было много детей, много жен, и он всем должен был уделить внимание. У Сары был один муж.
и один сын, и ничего не стояло перед тем, чтобы она их вела в правильном направлении, потому что мы с вами уже говорили, что основная сила была в руках Сары. Так же и у нас. Все, что связано с домом, в этом наша сила. Помните, мы, кстати, недавно вам тоже Хана, лектор, говорила о том, что чудеса вернулись в дом Сары только с приходом Ривки. Авраам, когда зажигал свечи, они не горели, и халы у него черствели. Какой бы праведный ни был мужчина, он не может внести в дом тот уют и благословение, которое вносит даже не самая праведная жена. Вы же понимаете, что все еврейство у нас идет тоже по маме. Если мама не еврейка, а папа большой раввин, ребенок гой. А если мама обычная еврейская женщина, а папа не еврей, ребенок гой кадош. Это принципиальная разница. Без связи со статусом по маме идет еврейская линия. Что будет через пару поколений с нашим народом, именно это наша ответственность. К сожалению, я не вижу сейчас ваши комментарии, я даже не вижу себя, передо мной черный экран, светит невероятное солнце. Если там есть какие-то вопросы, обязательно почитаю, отвечу. Окей, сейчас очень модно, принято, что у пар есть психологи, которые помогают им решать проблемы. Авраам и Сара прожили сотню лет вместе, прошли невероятные испытания. Кто же был их психологом и кто помогал им выйти из конфликтов? Конечно же, это был сам Всевышний. Как мы это видим, при одной из ссор Авраама и Сары, они да, ссорились. Они обычные люди, и это нормально ссориться. Главное, как вы выходите из этой ссоры. И обязательно надо показывать детям, как вы миритесь, потому что чаще всего мы при детях ссоримся, а миримся где-нибудь в комнате, и дети не понимают, как им правильно мириться с родителями, с друзьями. Но это мы немножко отошли. Когда в очередную ссору Авраам и Сара по теме воспитание ребенка, Сара говорила: «Ишмаэль плохо влияет на моего сына. Я видела, что он ему показывает в интернете. Я видела, куда он его водит. Я хочу, чтобы ты выкинул Ишмаэля из моего дома, потому что все, что связано с воспитанием моего ребенка и будущим моего народа, я становлюсь нескромной, я добиваюсь своего». Авраам начинал говорить: «Нет, Сарочка, в наших силах его воспитать хорошо. Мы ему поможем, он станет благочестивым. Стивом, давай поможем мальчику». На что вмешался Всевышний и сказал: «Авраам, стой. Вот то, что Сара тебе сказала, делай ты». Это вообще самое феминистское предложение в Торе, когда сам Всевышний приходит к мужчине, стучит по столу и говорит: «Ты будешь делать то, что скажет тебе твоя жена». С тех пор наши мудрецы вывели много законов о том, не законов, а скорее предложений мужчинам, что если они хотят завоевать благословение домой, парносу домой, то все в руках женщины. Когда женщина спокойна, когда женщина счастливая, тогда Всевышний через нее дает благословение. Если нет, тогда нет. Хотите, чтобы пришло благословение, мужчины, не больше работайте, а больше уделяйте времени жене. Времени жене. Это не я обещаю, это Всевышний обещает. И я предлагаю вам попробовать и проверить Всевышнего. Я уверена, что он устоит в своем обещании, так же, как стоял всегда. Раби очень часто в своих письмах пишет женщинам, которые говорят про свою карьеру, что это замечательно, чтобы женщина выходила из дома. И именно в наше поколение женщина несет огромную роль в развитии, в приближении Машиаха, в социальных, экономических вопросах. И это нормально, и Раби всегда это одед. Как это поддерживал. Но Рэбе всегда говорил: самое главное – это воспитание детей. После того, как у тебя дети учатся в хорошей школе, у них есть хорошие друзья, дом наполнен кошерными игрушками, и ты перед сном читаешь с ними молитву, общаешься и помогаешь им в трудных ситуациях, тогда ты можешь выходить из дома и с легким сердцем работать и приближать этот мир. Обязательно, но не вместо, а после. Окей, эту историю я отпущу, потому что мне кажется, что все вы в рабочее время. Итак,
уделяете мне много внимания. Спасибо большое. Я только хочу с вами логически закончить наш урок с того вопроса, с которого мы начали. Недельная глава называется «Хаей Сара». Какая же здесь жизнь Сары, если мы с вами уже рассказали, что здесь только ее смерть, замена Ривочкой, замена новой женой, новые 6 детей, которые родились у Авраама. Где тут жизнь Сары? А очень легко. Говорит Ребе в стихе очень трогательно, не знаю, если я смогу так передать, что тот, кто исполняет мечту Сары и приводит ее в действие, был сам Авраам. Всю недельную главу он нам показывает, как он меняет себя и свою природу, то, что заложено Всевышним, и то, как он должен был вести себя, любя всех жен, всех детей, приближая все народы. После смерти Сары он сказал: «Любимая моя, я знаю, какое твое было желание при жизни, и я исполню его после твоей смерти для того, чтобы ты была спокойна». И он занимается этим всю недельную главу. Первое, что он делает, он выкупает пещеру Махпела. Тем самым он говорит: «Сара, у нашего народа, у нашей семьи появилось место статичное, корневое, вокруг которого мы все будем строить. Мы перестали быть народом веры, которые разбросаны по всему миру, которые ходят везде, но у них нету своей точки. Я покупаю это место, и вокруг него мы будем строить наш народ, о котором ты так мечтала, который произошел от нас с тобой, от нашего сына Ицхака. Я застолбила, сейчас все народы будут знать, где центр нашей земли и куда мой сын сможет приходить, чтобы оплакивать тебя, моя любимая». Второе, то, что он делает, выкидывает Ишмаэля к ядрене фене, выкидывает без желания, но понимая, что Сара видела лучше, что Сара чувствовала лучше и видела то, что он не видел. Он его выкидывает вместе с женой, зная, что в конце Сара будет права. Следующее то, что он делает, это женит Ицхака. Он берет ему добросовестную, праведную жену. И то, что с Ривочкой вернулись чудеса в дом Сары, не показывает, что это была замена ей, а показывает, что она благословила этот брак, что она отдала все, что было у нее, дальше своему Ицхаку, потому что понимала, что все Авраам делает правильно. И после того, как у Ицхака уже есть жена, у них есть дом, благословение, земля и вера, он пишет завещание. И в завещании он не может написать, что все дети любимы. В завещании тебе уже надо решить, кто главный и кто любимый. И тогда он опять исполняет желание Сары. И написано в конце нашей недельной главы, что всем детям он раздает подарки, а все остальное, и самое главное, он завещает единственному любимому сыну Ицхаку. Он сделал все, что сделала бы Сара. Лучше или хуже мы никогда не узнаем. Но Авраам изменил свою природу, изменил свои желания, потому что знал, что еврейская мама всегда лучше знает, что для ее детей. Это классно, когда мужчина выходит наружу, и там он главный, но дома главная женщина. Если мужчина большой раввин и выходит и приближает миллионы людей, но жена его неправедна и дома кормит его некошерным обедом, его душа обязательно притупится, и он потеряет свою святость. От женщины, от корня, который она вырастила в доме, зависит, какие плоды будет пожинать муж и дети. Я закончила мой урок. Надеюсь, каждый из вас сделал выводы, принял для себя правильные вещи. Я уверена, что каждая из вас будет замечательной, праведной мамой для своих детей, лучше, чем любая другая женщина. А вы, мужчины, каждый из вас сможет стать самым лучшим мужем для своей жены, и только от этого придет благословение в наш дом. А крепкая еврейская семья – это именно то, что приведет в скором времени Машеха. Спасибо большое за внимание.
Всем хорошего солнечного дня.